Глеб. Глеб. А ты 60. А Абрамов говорит уже 50. Ну, это, ну что, твои данные. Тяжело. Тебя. Что-то ты как-то лихо печатаешь-то. Игорь мне говорит, да, я еще все спрашиваю. Это бюллетеней 52 миллиона. Количество действительных бюллетеней. А вот ручка с лицом министра печати. Извините. Какая гадость. Ручку девушкам на память. Извините, Михайлович. Михайлович, девушкам на память. Свою книжку сдать тоже. Все-таки вице-премьера они как-то. Пустой народ. Хорошо. Так, слушайте, они-то меньше всего должны радоваться. И вы тоже, между прочим. Потому что Владимир, президент... я ему каждый день говорю, что у него отставка скоро. Так все, если президент избран, они уже в отставке. Поэтому завтра будет обычный рабочий день. Первый этот тур или второй будет тур. Все равно завтра в 10 часов у нас будет совещание с заместителем председателя правительства. Поздравляем вас. Потому что жизнь у нас огромная страна с многомиллионным населением, и мы не имеем права ни на секунду расслабляться.